Доброе утро, если ты не спишь. Не, мам, я не сплю. Ладно, хорошо, я жду тебя на кухне. Окей, все, надо вставать. Снова доброе утро, мам. Опять пирожное, я же потолстею. Ты раньше любила есть пирожное. Или ешь, что подано. Извини, но я лучше поем в школе. Надо написать Майклу. Привет, ты спишь? Говорит тихо, потому что мама мне запрещает с кем-то либо общаться. Надо собираться в школу, я могу опоздать. Кто же написал «Я люблю тебя мне»? Опять отключили свет в школе. Так, я что, сумку не сложила? Ты не представляешь, как я влюблён в Юки. Я ее просто обожаю. Вот бы мне с ней встретиться. Как встретиться? Кто тебе не дает? Прямо сейчас хоть иди. Кстати, у тебя появился ожог на лице. Да, я вчера кашу варил. Ну, сам понимаешь. Девочки, дайте я пойду вперед. Видите, Наоки пялится на Юки. Юки такая ужасная, страшная, вообще согласна со мной? Ну да, конечно, мы согласны с тобой. Давайте подойдем к Юки. Привет, Юки. Привет, Ашли. О, привет, Юки. Что? Извини, я больше с тобой не разговариваю, ведь ты очень много врёшь. Ладно, мы пошли, более нам нужно с тобой общение. Юки, стой, пожалуйста. Ашли, ты можешь пока идти, я хотела бы поговорить с Наоки. Знаешь, за последнее время я просто влюбился в тебя. Спасибо, я не думала, что ты меня любишься вообще когда-нибудь. Давай сегодня поговорим вечером в кафе. Ладно, я согласна. Ты действительно считаешь, что Наоки в тебя влюблен? Да, конечно. Кстати, я слышала, что он еще со школы не ушел. Ладно, мне пора идти. У меня дела, там мама. Она сходила в кафе с ним, с Наоки. Они поболтали. Болтали они около 5 часов. Но учились они во вторую смену. Поэтому домой она пришла только в 12 часов ночи. Так где она? Небось, она опять загуляла? Или она мне хотя бы хлеб там нормальный выбирает? Долго так. Привет, мам, я дома. Походу, мне Наоки написал. Сколько там время? Надеюсь, что 5? Что? 12 часов ночи? Меня же мама убьет. Так, ты хлеб купила? И почему так долго? Все, месяц без твоего ноутбука, сдавай мне его прямо сейчас, и не будешь гулять со своими друзьями.